Здравствуйте, дорогие уважаемые зрители канала «Все у нас получится». С вами снова Жанна и снова растения. Сегодня мы будем сажать анемоны. Для этого я выкопала вот такую вот канавку. На дно канавки надо обязательно посыпать песочек. Я его туда уже досыпала. У меня здесь 5 сантиметров песка. Потом мы помещаем туда наши бульбочки. Надо их поместить так, чтобы росточек был вверх, а корневая система вниз. Для этого надо очень хорошо рассмотреть бульбочку. Вот здесь видно, росточек вверх. Здесь тоже вот росточек вверх. Здесь росточек тоже вверх. Здесь очень хорошо виден конус. Значит, конусом вниз. Росточком вверх. Здесь тоже очень хорошо виден конус. Росточком вверх, конусом вниз. Вот таким вот образом мы размещаем наши анемончики. Сверху я присыплю вот эту чуть-чуть. Так. И сверху плодородной почвой. Поливать мы не будем, потому что у нас влажно. Недавно прошли дожди. Какое-то время я немножко их подкормлю, наверное, калийными удобрениями. На этом все. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, пишите пожелания, просьбы о том, что бы вы хотели увидеть на моем канале, о чем бы я смогла вам рассказать в будущих своих видео. С вами была Жанна и канал «Все у нас получится».